Всем привет! В этом видео я вам покажу, как получить лицензию Windows 10 за адекватную сумму денег и при этом все, чтобы работало так, как должно быть. Офиса это тоже касается. В общем, давайте вместе разбираться, как это все работает. Начнем с лицензии Windows 10 Pro OEM ключ, соответственно, который будет привязываться к вашему железу. Оригинальная цена у нас 58.11, сейчас скидка 19.44. Ну, естественно, я бы не делал это видео, если бы нельзя было купить еще дешевле. До 1 сентября будет действовать программа Back to School, а это значит, что мы с вами сможем приобрести это с дополнительной скидкой. Давайте посмотрим, насколько сложно все оформляется. Цену мы видим, вводим сюда промокод BNP, нажимаем «Применить», и вуаля, получаем еще дополнительную скидку, фактически в $5. Ну и, конечно же, здесь будет, получается, суммарно уже прям конкретный такой скидон. Нажимаем «Подтвердить заказ». И далее выбираем просто тот способ оплаты, который нам наиболее удобен. Есть, например, Faster Pay. Здесь у нас небольшая комиссия. Можно оплатить с PayPal, именно с карты вашей через PayPal, без комиссии. Можно оплатить с самого PayPal. Есть еще сервис Mint, но тут, соответственно, тоже будет дополнительная комиссия. Я лично буду платить с карты, используя PayPal, поэтому нажимаю Pay Now. И далее мне достаточно будет просто ввести данные карты. Указываю Россию, все переходят на русский язык, ввожу данные карты. Но давайте я сделаю это уже без вас и попробуем все это дело активировать. Окей, ключ я уже купил, давайте посмотрим еще на Office 2019 Professional Plus CDK Global. Соответственно, здесь мы можем выбрать русский язык, для какого региона вот это вот все у нас доступно. В принципе, все языки у нас и все регионы здесь будут. И, соответственно, сейчас мы это дело тоже нажимаем Buy Now. Промокод на скидку у нас будет тот же, 20% скидка к 1 сентября. Применяем, получаем отличную скидку вот здесь и нажимаем, соответственно, подтвердить заказ. Ну и далее оплачиваем точно так же. А теперь давайте попробуем активировать Windows, ведь это все максимально просто. Переходим в соответствующий раздел, выбираем вот этот самый момент активации и вуаля, в принципе, у нас все это дело уже и активировалось. То есть это максимально просто, максимально легко, и у вас получается оригинальный Windows 10, привязанный единственно к железу, помните это. Ну и, конечно, под конец вся эта история со скидками, она не просто так. Вы получаете по 1 сентября с 10 августа Hot Back to School. Соответственно, у нас полная Tech Sales, то есть технологическая распродажа, всяческие софт, бандлы вместе с Microsoft Office, Windows 10, все это здесь по очень привлекательным скидкам. Ну и понятное дело, что плюс мой промокод BNP в описании к этому видео. Аналогично даст дополнительный бонус. Не теряйся, переходи по ссылке в описании, приобретай, закупайся, и, соответственно, у тебя будет и новый рабочий сезон после отпуска со свеженькой лицензионной Windows 10, а потом уже 11 и Microsoft Office. Все как полагается. По итогам, да, ключи работают, и вы отлично экономите. Конечно, это не самый идеальный вариант, однако это все работает, и у вас настоящий лицензионный ключ. И таким образом получается, что Windows сейчас может получить фактически каждый. Достаточно лишь немного заплатить. Причем есть еще и поддержка, которая, если что-то вдруг пойдет не так, вернет вам деньги, она очень быстро отвечает, реагирует, и все работает так, как должно. На этом у меня все. Актуальную ссылку чекайте там внизу, в описании, прикрепленном комментарии. Переходите, смотрите, изучайте. Ну и, конечно, большой палец вверх ставим на канал, подписываемся внизу из красной кнопки, колокольчик два раза жмем и несколько дубликов тут. Нажимаем на один из них, переходим, смотрим. Там много всякого разного интересного.